Mattina me l'hanno portato, sono freschi freschi dalla carne. Lo so. E c'è un amico che sta a studiare. Ma mi suggerisco. Chi è questo? No, sono osso. Ah, osso. Cipollini. Это все ликеры. Это традиционные продукты из Калабрии, изготовленные кустарным способом, натуральные. О, вот помидорчики сухие. Помните, вы спрашивали? Здесь странные, необычные сыры. Вот мы купим какой-нибудь сыр необычный. Специи. О, чай матча. 10 евро. Quanto grammi? 30. 30. Тридцать грамм чая матча 10 евро. Я хотела что-нибудь испечь с ним, с этим чаем, но не знаю. Посмотрю еще. Может, в интернете куплю подешевле. А может быть, сюда вернусь. Вот вина местные. Наверное, это местные наши. Это просто как выставка. Здесь продажи нет, просто выставка. Цветы тыквы, посмотрите, сколько они стоят. Почти 18,40, 18,90, почти 20 евро за килограмм. А мы их выбрасывали раньше, когда у меня был огород. Решили уже заодно пообедать здесь в супермаркете. Вот цыпленок гриль и картошка, которая приготовлена в духовке. И водичка. Вот такой у нас обед сегодня. Thank you.
сейчас покажу наши покупки. Часто, но иногда мы делаем такие большие-большие покупки, чтобы долго-долго не ходить больше в магазин. Итак, вот что у нас есть здесь. Меня многие девчонки попросили, чтобы я показывала цены на продукты основные, что мы покупаем. Говорят, что что-то я давно уже не снимала подобных видео. И вот сейчас уже решила заодно снять, так как мы приехали из супермаркета. Значит, у меня здесь... Так, это у меня, знаете что? Это крылья индюшиные. Вот, за килограмм 2,10. Видите? Две упаковки такие взяли. Одна рубль 57, 1 евро 57. И вторая упаковка 1 евро 72. Но они здесь, видите, разделены вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, в общем, вот так. Здесь у меня ребра, ребра свиные. В общем, вот смотрите, цена за килограмм. 4,50, и здесь 4,20, и здесь то же самое. Вот килограмм, за килограмм 4,50, и в упаковке 4,78. Так, здесь у нас, это знаете что? Это особуку. Особуку — это телячья голяшка. Вот здесь две штучки. Ну, вы знаете, как ее готовят, эту голяшку. С гремолатой. Так вкусно получается. Тушится долго. И здесь еще костный мозг. Видите, это все очень вкусно. Так, 9,40 за килограммы. И эти две штучки 7,13. Вот. Это были все наши мясные покупки. Так, здесь у нас плоские персики. Кажется, они называются сатурния. В общем, у них в разных местах по-разному называется. 2,10 за килограмм. Вот. Так. У них белая сочная мякоть, и они очень сладкие. Здесь у нас чеснок. Посмотрите, какой прекрасный чеснок. Крупный. Я очень люблю такой чеснок. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Вот, видите, почти 7 евро за килограмм. Вот этот весь чеснок нам обошелся 3,82. Вот. Ну, довольно крупные головки. Посмотрите, какие крупные. Его нам хватает надолго. Так, здесь пучок петрушки. Петрушка у нас, сейчас посмотрим, почем она. А, вот. Так, петрушка у нас 3 евро за килограмм. И этот пучок 29 центов. И еще мы купили кокос. Вот, кокос обошелся в 1 евро и 3 цента. За килограмм там получается 1,29, значит почти килограмм, 800 грамм. Так, две упаковки молока по 1 евро и 19 одна. Так, это у нас греческий йогурт 5%, здесь 1 килограмм. И килограмм такого йогурта стоит 7 евро, 6,99, ну это можно сказать, что 7. Здесь мы сегодня купили два маленьких арбузика. Это арбузики называются Baby арбуз, Baby ангурия или ангурия мини. Видите? Они дороже, чем те крупные. Эти по 99 центов. И один арбузик 1 евро 59. И вот здесь такой же второй примерно. Ну, чуть-чуть больше он там стоит. Так, здесь виноград без косточек, и он стоит по 2 евро за килограмм. Ну, около 2, 1,98, если точнее сказать. Так, здесь на полу у нас лежат 3 ящика с персиками. Один ящик таких настоящих персиков, и 2 ящика это нектарины. И каждый ящик стоит 4,80, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, точно, 4,83.
Вон за килограмм там сколько, я не вижу уже. Сами посмотрите. В общем, здесь 3 килограмма с чем-то, 200 грамм. Вот, 3 ящика, это нам хватит надолго. И мы взяли такие более тверденькие, чтобы они постепенно созревали. Не все сразу, чтобы мягкие были, а так постепенно. И так мы друг за другом поедаем их, которые более мягкие, берем. Эти тверденькие еще ждут. И вот таким образом мы растягиваем надолго. Так, здесь у нас киви. Киви сегодня очень хорошие, крупные, крупные такие. Так, сейчас посмотрим, почем они. Они потянули на 4,14 и 2,99 за килограмм. Извиняюсь за посторонние шумы, но у нас все окна настежь открыты, потому что снаружи там свеженький ветерочек, и поэтому мы открываем все окна. Сейчас как раз погода такая дождливая, и хочется прохлады. Так, это значит, смотрите, что это. Это цветы тыквенные. Вот две упаковки мы купили. Я показывала вам в супермаркете, почем они стоят за килограмм. По-моему, там около 19 было, да? И в каждой упаковке здесь 100 грамм. 1,90, 1,89, кажется, они стоят за такую упаковочку. Я сначала не хотела их брать. Да, здесь 100 грамм. Вот. Ну, потом Альфредо привязался, давай возьмем. С ними очень вкусные блюда получаются. Паста вкусная, потом их еще обмакивают в кляре, жарят в растительном масле. Быстренько-быстренько. Иногда фаршируют моцареллой, помидорами. В общем, много блюд можно с ними придумывать. И они всегда очень аппетитные, вкусные и красивые, конечно же. Вот такие длинненькие сливы. Знаете, почем они? Сейчас посмотрим. Так, почем они? Бери фокус. Вот. Эта коробка 1,90 за килограмм. 1,59, по-моему, там. Да, вот так. Такая цена. Уже сезон слив. Вот эти сливы очень вкусные. Это одни из самых вкусных слив. Так, здесь сыр Филадельфия, он стоит 2,10. Эти 6 яиц стоят 1,50 евро, еще с копеечками там, с какими-то. Так, этот виноград я уже показывала. И здесь у нас чабата. Сколько чабат. За килограмм они стоят 3,20. И эти чабаты у нас потянули 1 евро 86. Ну, в общем, вот так примерно. Вот эти все покупки. И еще сюда же входит цена, мы купили 2 лобстеров, но они сейчас уже в морозилке. Поэтому я их доставать не буду. А эти лобстеры у нас стоили, каждый лобстер по 10 евро. Ну вот, в общем-то, вот так. Вот так все. Это все покупки на сегодня. Мы именно ездили, чтобы купить продукты. Закупиться. У нас такое бывает, иногда мы мало покупаем, понемножку. Здесь рядом есть магазинчики. А иногда мы решаем ехать в большой супермаркет и сделать одну такую закупку, чтобы уже долго не ходить по магазинам. Чтобы больше отдыхать на море, чтобы больше гулять и не думать о покупках. Ну вот, надеюсь, эта информация вам будет полезной. Уже включаюсь на следующий день. Мы сегодня будем готовить лобстеров. Это очень вкусно. Знаете, как мы их подаем? Значит, вот их отвариваешь сначала, потом разрезаешь вдоль. И туда в центр накладываешь салат из помидорчиков черри, чесночка, петрушка, базилик и оливковое масло. Это называется лобстеры по-каталонски или арагоста ала каталана. В общем, вот так. Вкусно, просто, быстро. У нас
этот один лобстер стоит 10 евро. Но если вы пойдете в ресторан, закажете, то там будет не меньше, чем 50 евро за такую красоту. Ma vedi che hai fatto tutti i pari, sono arrivati da Benevento con... Ma perché contrariato? Non lo so! Mi interessa molto più questa cosa qui. Посмотрите, какой необычный сыр у нас продают. Вот, видите, это сверху ореховые листья. Сверху и снизу, вот. Этот вид сыра, значит, обкладывают листьями ореховыми. А бывает и оливковыми ветками и листьями. И кладут их в кувшины, и они созревают под землей в пещерах. Представляете? И этот сыр очень вкусный. Его делают напополам из овечьего и коровьего молока. Он такой вкусный, я вам не могу передать, насколько у него такой бархатистый, приятный, шелковистый вкус и текстура тающая. В общем, необычный сыр, дорогой. Он стоит 16 евро за килограмм. Ну, иногда вот можно себе позволить немножко полакомиться. Он даже у нас дороже, чем пармезан. Представляете? Купила чудеснейшее мыло ручной работы, почти полностью состоящее из кокосового масла и цветов. И аромат, экстракт цветочного горького апельсина тоже. В общем, сейчас покажу состав. Можете прочитать. Можете замедлить. Посмотрите, какой здесь состав. На первом месте кокосовое масло. Это просто кусок кокосового масла. Без парабенов, без СЛС, без всякого формальдегида. В общем, когда им умываешься, и крема не надо, кожа очень хорошо, мягко очищается, блестит, просто прелесть. Сделано в Италии, итальянское мыло.